Всем привет! У нас сегодня с вами обзор на коленях. Вот такое вот дело. Мы купили за 13 евро 4 цента. Килограмм шницелей полуфабрикатов, что ли, да? Очень удобно, очень здорово, особенно выручает, когда времени особо нет, а что-то приготовить надо. Вот такие вот колбаски, вроде чайной колбасы. Они стоили 4 евро 44 цента за килограмм. Ну, а шницели стоили 5 евро 55 центов за килограмм. И, кроме всего прочего, еще и сардельки. Сейчас, вот еще. Сардельки. Сардельки стоили 3 евро 99 центов за килограмм. Вот небольшой такой вот обзорчик, да, на коленях. Но, тем не менее, в пути, так сказать, в полевых условиях. Всем спасибо, кто дослушал. Всем огромный привет. Покажу сейчас, что можно купить на сумму плюс-минус 100 евро. Такой вот пирог вишневый. 4 евро 19 центов стоит. И весит 750 граммов, даже не килограмм. Ну, правда, он вкусный, на самом деле вкусный. Бананы евро 29 за килограмм. Ну, тут чуть больше. Эти бананы стоят 2 евро 43 цента, так как тут почти 2 килограмма. Килограмм 886 граммов. А вообще евро 29 за килограмм. Вот такой вот пакет. Все, что в нем есть, стоит 5 евро, да, все вместе. Если есть желание и если вам интересно, оставайтесь со мной. В конце видео будет распаковка этого пакета. 3 евро 19 центов стоит вот такое вот дело. Это копченый стейк свиной. 3 евро 19 центов за сколько? За 400 граммов. Вот так. 3,29 за 2 килограмма. Здесь 2 килограмма яблок за 3,29. 3 евро 29 центов. 99 центов такие вот пакетики для того, чтобы сэндвичи упаковывать, завтраки с собой упаковывать детям в школу. Но чем они мне нравятся? Тем, что они не просто так, да, не просто пакетики, а у них есть ушки. Вот такие вот. Это не пакет маечка, это просто вот такие вот два уголочка по краям пакета. Очень удобно завязывать. Классная штука, 99 центов, 100 штук. Я считаю, это очень и очень классное приобретение. Всегда такие берем. 2 евро 69 центов, 400 граммов тушенки свиной. Тут без всякого, ну вот она такая. Помидоры, 2,99 за килограмм. Подорожали помидоры, ну, наверное, связано с тем, что все-таки сейчас зима. Особо не сезон, будем так говорить, да? Масло 250 граммов, 82% жирности, евро 69. Евро 39, 250 граммов вафли. Готовы такие вот вафли. Достаточно мягкие, классные. 12 штук. Говорюсь, евро 39. Сардельки 3,99 за килограмм. Тут больше, чем килограмм. Тут килограмм 34 грамма. И все вместе стоило 4 евро 13 центов. Вся упаковка. Колбаса. Такая по типу чайной. Здесь 757 граммов. И эти 757 граммов стоили 3 евро 36 центов. А вообще килограмм стоит 4 евро 44 цента такой колбаски. Тут чуть меньше килограмма. Килограмм 4,44. Полуфабрикат шницель. Будем так говорить, свиной шницель. Килограмм 5 евро 55 центов. Булочки 10 штук. Евро 29 за 10 штук. Евро 69 центов за 2 килограмма морковки отдали. Чистая, классная морковка, 2 килограмма. Кстати говоря, и хранится тоже неплохо. Ну, долго, понятное дело, она тут не хранится. Не надо хранить ее всю зиму, да. Но вот недели две запросто хранится, даже чуть больше. Вот, ну, пока израсходуется. Так что очень удобная упаковка. 2 килограмма, самое то. Цена, по-моему, тоже неплохая, приятная такая цена, правда? 2,79 за штуку. То есть вот это вот
Дело стоило 2,79. Белая помела. Вареная свекла. Сколько здесь? Не пойму я. 500 граммов. 99 центов стоит. Вот она уже готовая. Очень удобно. Сразу готовая свекла. Сразу или борщ, или селедку под шубой, или еще что-нибудь. Или просто так натереть чесноком, майонезом. Да? Вкусно в любом случае. И быстро. €79 за одну такую вот упаковку. Да? Это называются консервы. За одни такие консервы €79. И здесь тоже €79. Это филе сельди. Но селедка не соленая, понятное дело, да? Так что очень даже неплохой вкус. €44 KitKat Mini. Тут 13 штук. €2,44. А сколько тут? 270 грамм, по-моему. Да, нет, 217, да. 217 граммов. Клементины. €2,49. За 2 килограмма 300 граммов. Вот в этом ящичке как раз 2 килограмма 300 граммов. Печенье €59. С малиновой такой вот начинкой, наполнителем. Очень вкусное печенье, классное, мягкие. Ну, здорово. Еще и шоколад сверху. В общем, глазурь какая-то. Супер. 95 центов. Освежитель воздуха. Здорово. Тут сколько? Он достаточно большой. 300 миллилитров. Ну, почему бы и нет? Про 99. Фольга. 30 метров. Совсем забыла я про соки. Значит, сок, вот этот вот самый первый, Апфельсафт, первый справа, 1,5 литра, €49. Следующий за ним, вот этот вот синенький, €48. Сколько литров? Сейчас посмотрим, сколько тут литров. Литр, наверное. Где-нибудь есть литраж? Ох, точно, литр. Вот он, литр. Сока Гранини, €29 каждый. Вот. Один сок это мятная дыня, и второй сок называется ванильное влечение. Ванильный, ну, passion fruit, это название этого фрукта, тоже можно перевести, да? Вообще, passion это влечение, да. И фрукт точно так же называется. Такие вот лосинки, что ли. В общем, нижнее белье для мужчин. €99. И такие вот лосинки для женщин. Тоже, понятное дело, это что-то вроде нижнего белья. Это термобелье. Вот, вспомнила слово. Тоже €9,99. И фирма чуть получше. Значит, качество должно быть лучше. Хотя это не всегда так, согласитесь. Тоже что-то вроде подштанников или нижнего белья, что вроде этого, тоже €9,99, другая фирма просто. А вообще, в принципе, почему я говорю, что это чуть дороже должно быть, а то дешевле, но в принципе они стоят одинаково, потому как магазин предложил такой вот порядок, что ли, покупки, да? Все дорогие вот вещи он сейчас удешевил, потому как зима скоро закончится. Ну, по крайней мере, по меркам магазина. И пытаются распродать то, что не удалось продать ранее. Поэтому такие вот скидки. И люди берут сейчас. Почему бы и нет? Еще зима продолжается, и следующая зима тоже будет. Ну, почему нет? Про запас. €15,99 стоят брюки. Джоггеры мужские, ну, джинсовые. Внизу такая вот манжета, ну, или такой манжет, называйте, как хотите. Фирма Liberty. Удобный пояс, высокая талия, в общем, классные, на самом деле, хорошие. €12,99. Лук €4,99 за 5 килограммов. Теперь, как я и обещала, для самых терпеливых распаковка пакета за €5.
там вы видите первыми, что в этом пакете. Дело в том, что каждый раз каждый пакет наполнен чем-нибудь новеньким. И можно выбрать, конечно, любой пакет, но все они отличаются друг от друга. Не намного, но тем не менее. Так, что это такое? Это куриная грудка, что ли? Угу. Вот так вот нарезано уже. На бутерброды. Вроде колбаски. Это молочный рис. Рисовая каша с вишневым наполнителем. Это. А это кварк из сои. Ну, не думаю, что вкусно будет, но... А это кварк с зеленью. А это салат из макарон. Нудель-салат. Вот он такой вот. А это рыбка красная. Прелесть какая. С мексиканскими какими-то приправами. Остренькая. А это... Достаем еще. Это тесто. Что за тесто? Это не слоеное. Я думала, слоеное будет. Нет, не слоеное. Просто тесто сладкое для тортов. Ну, почему бы нет? Для тартов. Точнее, не для тортов. Тарт очень хорошо приготовить. Вот такого теста. Наверное, этим сегодня и займусь. Фрукты есть? Да. Кстати говоря, клубничка есть тоже. Почему бы не приготовить тартик? И Милка, по-моему, молочный ломтик. Или как у нас? Киндер. Киндер молочный ломтик. 10 штук. Итак, что же у нас в итоге получилось? Сейчас я это все выложу. Вот так вот рядышком. Два кварка рядом. Тесто. Так. И вот, в принципе, вот так вот это все выглядит. Вот это вот можно купить за 5 евро. Ну, почему бы и нет? Почему магазин устраивает такие акции? Ну, потому что скоро срок годности истекает. Где-то через неделю. Ну, за неделю, конечно, все это съестся. Так что выгодно и покупателю, и продавцу, и магазину. Ну, вот таким получился у меня обзор наших покупок. И пишите, какие у вас цены. Будет интересно узнать. Всем огромное спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока!